там пісня, яка написана в 60-х годах, написав її видаючийся композитор, музикант, чел которого обожають в мире джаза, это бразильский как бы гуру самбо босановы Антонио Карлос Жобим. И он написал самую выдающуюся мелодию, которая до сих пор популярна во всех уголках мира. Он соединил джазовую музыку с латиноамериканской музыкой. Сейчас вы услышите тему, которая называется «Карковада». «Карковада» — это название горы, которая находится, по сути дела, все знают Рио-де-Жанейро и видели статую Христа с распростертыми руками. Это и есть гора Карковада. Ну, Саша блеснется сейчас не только английским, но и португальским языком, на котором она поет единственно в Запорожской области. Thank you.
Спасибо. Не отвлекайте от лёд. Чего вы отвлекаете? От лёд.